Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Tower Conquest. Ежедневные испытания. Смотрим, здесь у нас молотильщик. Все, уходим сюда, потому что молотильщик нам не нужен. Так, за арену мы получаем 15 крипты. Ну, это все прокачано у нас. Все прокачано. Так, давай в бой. Квест завершен, зритель. Ну, понятное дело, что у нас тут первая наша команда выступает. Первая команда. Так, ну что, можно взять... Да давай, как обычно, по стандарту. Фехтовальщик и прикроемся ниндзей. Хотя, зачем нам прикрываться, когда он просто сейчас просто подойдет и мочканет. Да. Щитобот еще такой древний вылез первой модификации. Ну, мы его уничтожили, понятное дело. Так, квест забираем здесь. И тренировка, ребят. Тренировочка у нас. Запрос. Выбираем отряд. И опять же их на тренировку. Они у меня с этой тренировки никогда, наверное, не вылезут уже. Все. На пожизненное мы их прописали. Ну, а мы переходим с тобой на наши поединки. О, да. Нам нужно две карты пройти, и мы перейдем с тобой в новый телепорт. Так, ниндзя плюс самурай. Слушай, команда такая еще. Ниндзя и самурай, блин, фиговая. Давай я, наверное, попробую вот этой вот. Здесь вроде как служитель тьмы. Голем, молотильщик, БФГшка. Ну тут само по себе команда такая говнистая. Да. Если сейчас еще плакать начнет. Нет, слава богу, не начал плакать. Слава богу, он плакать не начал. Нормально. Корни. О, ну тут вообще просто распечатали. Даже ничего сделать не успел. Так, а возле замка я уже говорил неоднократно, ребят, если прижимаешь врага возле замка, все, это полный трэш. Ему деваться некуда, он только появляется, мои уже ребята начинают их разбирать. Так что все по-честному и по-справедливому. Так, ну ты-то куда прешь, а, псина? Ты смотри-ка, а. Но голем почему-то не побежал назад. Самое удивительное, он стоял на месте. Удивительно. О-о-о-о, вышло, вышло. Собака сутулая. Давай корни. Че-то я не понял юмора. Че творится-то? Ну нет. О, ниндзю просто сдуло. А БФГшки молодцы, они не подходят близко, блин. Они близко не подходят, но их издалека. Начинается, да? Давай-ка вот так вот сделаем. А БФГ красавцы. Ты видел, как они издалека мочканули? Просто в два смычка. Также и ниндзю сейчас сдули. Если бы здесь вот самурай бы не впадал бы в истерику, уже давно бы мы тут победили. А так как он начинает впадать в истерику и бомбит своим мечом, задерживая моих юнитов и нанося при этом урон, то конечно. Так можно до посинения тут дринкать. О да. Черепаха тортила. Сейчас мы и до нее доберемся. Я служителя тьмы даже ни разу еще не вызвал. В основном голем, молотильщик у меня рулит и БФГХ. Поэтому сейчас... Бежит сломя голову уже. Ну, БФГшка, ну... Ну, понятно, как всегда, начинается вот это нытье, блин. Корни. А ниндзя в корни не попала, да? Конечно, нет.
вылезла. А в плане тортила выжила? Офигеть. Корни давай. Ну вот и все. Окончен бал, потухли свечи. А для кого-то свет земной погас в глазах. Навечно. Шикарно. Так, ну что, у нас там предпоследний этап. Абсолютно ничего менять не буду. Абсолютно ничего менять не буду. Меня вполне устраивает, что у нас есть. Так, он будет сейчас копейщика своего драного вызывать. У нас есть на него управа. Пять вылез. Пять вылез, доходяга, бедолага этот. Ну вот это вот бесева. Вот это вот бесева. Они все ордой, блин, нападают. Корни нам помогут в нашем нелегком деле. И ураганчик. Ну опять сейчас запинают голема. Во! В ФГХе успели среагировать. Молодцы, красавчики вы мои. Ниндзя вышла. Сразу лучом промеж глаз и все. Ну а вот тут уже им, конечно же, хана, ребят. Потому что тут тотальное уничтожение будет. Хоть айкой, хоть не айкой. Тут вам опа. Полная опа. Так, ну что, ребята, а вот и последний этап. Здесь у них кто босс будет? Бог ветра, ну-ка нафиг. С этим богом ветра надо по-другому общаться. Хотя он, наверное, не успеет выйти, но все равно перестрахуемся на всякий случай. Перестрахуемся. Давай, иди сюда. Так, хромой пес побежал. Я, наверное, челну и позову сюда еще. Уж лишним она не будет. Самурая просто, просто с удара наказали. Обожаю, когда отражение срабатывает. Просто топово. Смотри, 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 что рунин. Эх, жалко, он не бомбанул по замку. Я же тебе говорил, он не выйдет, не выйдет. Бог ветра в последнее время вообще трус полный. Но мы-то, главное, прошли этот этап. Сундучок открываем, и все это у нас прокачано. А вот и последний этап. А вот и последний этап. Так, значит, у нас пришелец и плюс жаба с молотом. Ну, как по мне, лучше вызывать, конечно же, молотильщика в первую очередь. Но он же сейчас будет хитрее делать. Вот так вот. На это и был расчет. На это расчет и был сделан. О, две БФГшки. Нормально? Еще и служитель тьмы. Этот вылетел, даже ничего не успел делать. БФГхи его просто в труху испарили, этого пришельца. Молодцы БФГшки, хорошо поработали. Второй этап. Блин, ну давай возьмем этот. Что у нас тут? Ну, конечно, тыквоголовый вряд ли сможет подбивать сразу пришельца. Лети, лети. А чё я парюсь? Чё я парюсь? Я сейчас просто-напросто вызову. Успеем, нет? Наверное, не успею. Блин. Хотел немножко по-другому сделать.
Слушай, пришелец, отвали, а? Я хотел призвать сразу друидку, чтобы долго тут не рассусоливаться. Ничегошеньки не успевает. Нормально. Пришелец просто похитил нашу руну. Ну все, тут хана им. Да, друидку только стоило вызвать. И все, ребята, и размотали мы их там по полной программе. Поехали. Так, слизень Мурпех плюс жаба с молотом. Да я думаю, что и здесь тоже мы справимся. Так, ну что, он будет своего пришельца вызывать? Я не вижу. Нет. Давай так. А-а-а, слизень Мурпех. Вот это плохо. Это плохо. Он горит, здоровски горит. До свидания. Давай, давай, давай. Иди ты. Смотри, смотри. Робот встал на робота. Нормально, друзья? Робот встал на другого робота и пошли они вдвоем. Так, ну что, поехали дальше. Я все-таки хочу попытаться как-то друидку в первую очередь вызвать, но у меня все не получается. Не успеваю накопить. Паладин выходит. Ой! Че себе фокусы? Здесь теперь слизень у них. Дело дрянь. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, паладина стырит. А куда этот делся? Я его приворожил. А как он оказался у нас-то? Я так и не помню. Вроде ехал. Что с игрой сегодня происходит? Я не пойму. Глюки, баги, лаги. Так. Не успел, да, он забрать моего робота. А робот без щита такими кулачками. Робот без щита, ребят, наносит вообще мало урона. Он со щитом еще более-менее. Без щита он ватник. Опа, уже последний этап. Быстро мы тут продвигаемся. Поехали. Лорд пустоты. Ну, мне кажется, что он тоже здесь не успеет появиться. Просто-напросто не успеет. А если появится, то сразу же получит звездюлей. Нет. Нет. Да ты серьезно, он еще и пере... Нормально, Рони, ну отлично, шикарно, я тебе скажу, ты сделал сейчас. Просто мега шикарно. Красный луч смерти. Ронин бежит. На тебе.
Ой. Ой-ой-ой. Луч. Да ты чё, серьезно что ли, блин? Да ты образил, блин, этот сейчас похитит ее. Что происходит, эй? Ребята, нас распинают. Я не успею за 39 секунд ничего сделать здесь. Да вы издеваетесь, а? Чё пошло не по плану, ребята? Я не могу понять. Да ну вы серьезно, ну вы, блин, будете бомбить-то сегодня или нет? Удар-то нанесите. Есть! Это на последней секунде, ребят, на последней, блин, секунде. Фу, вот тебе и не появился лорд пустоты. Появился, ребята, еще чуть не победил. Это, конечно, была трешовая битва. Такой я давно не помню битвы. Ть. Я в шоке. Просто в шоке, ребята. О! Епископ. Так, ракетный бот. И черепаха с пушкой. А у нас следующий портал. Квест завершен. Искатель. Дай заберу награду. Блин, ну что-то аж прям не знаю, ребят. Ух. Битвочка была, а. Так, ну что у нас тут? Подожди, у нас тут вообще территория нежити идет. Потом роботы идут. А нефритовая долина, опять же, территория захватчиков и не... Два раза нежить. Два раза нежить тут повторяется на этой локе. Поехали. Мы против крипты. Ядрен матрен, а? Сейчас будет бум. Бум-бада-бум. Фига ли, блин? Что происходит сегодня с игрой, блин, а? Какого фикуса, блин? Сфейлюсь просто на самом начале этапа. Друидка, давай. Все, хильнулись. Пошли теперь спокойно в бой. Просто, блин, зомбятина пошла и практически, ребята, фейлиться начали. Если бы у меня бы здесь не было друидки, я бы замок бы не восстановил бы. Нормально. На первом этапе. Тх. Лучше и быть не могло. Давай дальше двигаться. Так, значит, здесь когтистые зомби и, опять же, зомби-камикадзе. Бесявы именно зомби-камикадзе здесь. Именно он мне тут все портит, всю малину. Ну, че ты вот прешь, а? Ну, понятно дело, че... Чему тут удивляться? В минус, в труху. Это еще минимально мы получили повреждение.
топово. Почему паладин сам на себя не вешает вот эту вот защиту? Он вешает только на других. На себя нифига он не вешает дополнительную броню. Непонятно. Давай, давай, родные мои. Блин, выпадает этот зомби-камикадзе, и все, ребят, все мне портит, всю малину. Карточка на когтистого выпала. Ну, есть. Раскатали по губам. Так, ребят, третий этап у нас здесь. И выбираем. А у нас одна команда только осталась. Ну, я имею в виду команды две, но одна топовая. Это уже для боссов пойдет. Так, ну здесь вот, насколько я помню, ниндзя очень хорошо рулит. Она издалека их бомбит. Все этих зомби и тому подобное. Всю эту нечисть. Погонь. На тебе. Ой-ой-ой, Джаггернаут. Ой, Джаггернаут. Тьфу ты, Банши. Но здесь ульта у нас очень хорошая. Захват противников в клетку, в тюрьму. Это вообще топово. А Джаггернаут выдерживает удар зомби-камикадзе. Причем довольно неплохо. Ну что, двигаемся дальше. У нас предпоследний этап. Ой, тихо, подожди. Прыгун. Он будет первым, по-моему, здесь выходить. Так, точно. Так, ну что, подождем его, когда он там прыгнет и... начнем. Зачем сразу двоих-то, блин? Такой собирался уже замахнуться, и на тебе, по шеям получил. Ой, давай, взрывайся. Блин. Чумнуха, молодец. Красиво бьет. И урон такой нормальный у нее. А прыгуну в любом случае здесь не повезло бы. Даже если бы он начал его бомбить, зомби камикадзе бы взорвался бы. Ему мало бы не показалось. Ну что же, давай. Это у нас... кто? Жнец, да, против нас пойдет? И пойдет ли он? Вот в чем вопрос. Если выбирать жнеца и ведьму, ну, я не знаю, жнец может быть по силе и мощен, но ведьма сильна тем, что она призывает себе армию зомби всевозможных. Что очень даже ей хорошо помогает. Ой, опять этот идет замызганный. Я сейчас ведьму буду призывать, что я тут? Ой, подожди, ведьму. Мне пришлось так сделать, перекрыть. А все, все, победа. Даже не высунулся, просто испугался. Он просто испугался. Так, сундук нежити. Ничего такого хорошего нету. И у нас территория роботов. Ага. Толкатель плюс бомбер. Толкатель плюс бомбер. Так, Джаггернаута, наверное, надо будет вызвать. Хотя сейчас выйдет толкатель в первую очередь. Начнет бомбить, да, моего Джаггернаута, как всегда. Ну, ниндзю, как варик. И его удар до нас не доходит, как бы. О, бомбер даже не дотянулся, отлично. Да ладно, так легко сдастся. Пхе. Изи катка. Не, ну тут серьезно изи было.
Давай дальше. Ну, та же тактика, да? Джиггернаут, прикрываем ниндзей. Да, так и сделаем. Так, выходит Джиггернаут. Ниндзю выпустим после бомбера. Пускай бомбер тут уйдет. Готов, парень. Отдыхает. Вот тут, к сожалению, попал. Ну, ничего страшного. Видишь сам. Победили мы. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Ну, куда ты идешь? Ну, вот куда ты прешь, а? Блин, плохо. Что здесь, молотильщик? Да опять ты, а? Здоровски. Просто зашибись. Да, молотильщик, ребята. Отдуплился и выпустил свою пилу. Ну, благо у нас там никто не был. Но добьешь ты, родной мой. Фига ты не добьешь, по ходу дела. Хотя, если вот так вот сделать клетку, то, возможно, добьет. Готово. Ну и остатки роскоши у нас остаются здесь. В плане. Одна всего лишь энергия. Я думал, две у нас будет здесь. Почему одна-то? Мы фейлились? Мы сегодня не фейлились, так? Как-то неровно все получается. Ну куда ты, ну куда ты, ну, ну идет он, идет он. Шантропа. Ну давай, покумекаем. Упс, покумекали сразу же. Даже несмотря на то, что отражение, ребята, все равно отдуплило, а? Так вот, ходить в паре, как Маша с Няшей. Вылупляем. Че, без шуршания побежал, да? Оно и не нужно здесь. Здесь шуршание не нужно. Здесь замах зашуршал у врагов. Че, неужели у нас на последнюю катку не хватит? Да ладно, ну да быть такого не может, эй. Да, друзья, к сожалению, не хватает. Как-то так заканчивать, да? Ладно, друзья мои, на сегодня закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.